Еще одно здание в Омске разрушается на глазах. Фотография стены пятиэтажного кирпичного дома появилась в одной из групп ВКонтакте. По словам жильцов дома, кирпич и складки начал выпадать около года назад и довольно крупными кусками. Под окнами люди стараются не ходить. При этом само здание назвать старым нельзя. Дому всего около 30 лет. И, по мнению жителей, обрушение происходит из-за ошибки при постройке крыши. Она больше она ж потом. А мы бывает тут идем, и бывает по башке попадет еще. Бывает и такое. Крыша неправильно сделана. Вся вода, нету труб-то. И вся вода по стенке это шуруит. Затапливает все. А сделали бы хотя бы сливные трубы, чтобы она не по стене, а уходила-то на улицу.